Надеюсь, сегодня зомби не будут нас атаковать, потому что все другие растения ушли Дэйву помогать, и мы остались здесь одни. Зря надеетесь. Кричите! Конец! Скорее, скорее, мы вас спешим! Бедные орешки остались совсем одни! Нужно помочь им в битве с Гаргантюа! Фу, кажется, успели! Ой, ребята, я тут так торопился, что даже вас не заметил! Ура, Стручок, как хорошо, что ты приехал! Я уже думал, что меня тут сажают одного! Не волнуйся, растения своих не бросают! Хорош тут байки травить да бахвальничать! Как только Гаргантюа появится, с вас вся спесь сойдет, как из гуся вода. Ну вот как появится, так и посмотрим. А пока что без него вам бы лучше помамок чат недотепы. А эти мелкопузые в стручках наглее, чем все остальные. Да замолчи ты, мистер Шляпа. Ты без своей железной пластины вообще ни с чего из себя не представляешь. Надо бы преподать вам урок хороших монет. Да научить вас, как нужно себя вести на Диком Западе. Яйца курицы не учат, тем более мертвые. Кстати, Орешек, мы же не одни прикатили. Мы еще захватили с собой чили-бобы. Глянь, что будет с мертвяками, когда они их проглотят. Смотрите, они своих же выкидывают за баррикады. Сейчас я сожру какой-то боб. Ой, что-то мне нехорошо. Фу, какой кошмар. Кажется, он сходил на большом прямо в штаны. Да так, что аж развалился на кусочки. А по-моему, это очень смешно. Бились об заклад, что они не ожидали такого исхода. Ух ты, какой аппетитный боб, ням-ням. Смотри, смотри, еще один купился. Ага, зомби всегда были известны своими невероятными интеллектуальными способностями. Это, конечно, классное оружие, но запах тут стоит просто смертоносный. Мне кажется, такими темпами мы сами завянем скоро. Тут ты прав. Ладно, еще одного набив, и все, дальше пауза. Эй, сорняки, чем это у вас так вкусно пахнет? У меня даже аппетит разыгрался. Подожди пару секунд, и ты узнаешь. Еще один Эйнштейн попался. Эй, парни, да что с вами такое? Тут всего 3 стручка, мы не можем даже за орех прорваться. Гаргантюа же нас в порошок сотрет. Давайте не будем подводить его. Ага, значит, громила уже близко. Нужно быть готовым во все орудия. Молитесь, чтобы он быстро с вами покончил. Иначе вам придется погибать в муках. Гаргоша не купится на ваши фокусы с отравленными бобами. Эй, Стручок, слышишь музыку? Это их сумасшедший пианист волочит свое пианино сюда. Он может меня раздавить. Прикрой меня, пожалуйста. Обязательно. Думаю, здесь даже понадобится суператака. Опять этот горох сумасшедший. Ну все, концерт по заявкам окончен. Спасибо, дружище, ты меня просто спас. Ух ты, вижу перед собой аппетитненький бургер. Ням-ням-ням-ням. Кушайте на здоровье, мистер Зомби. Да, что это у вас? Эх, мама, не трогай этот отравленный боб. Идиот, я тебя предупреждал. Ого, этот громила выдержал мою суператаку. Кажется, придется не сладко. Это что была твоя суператака? Это все очень распособны. Да я вас всех раздавлю. Начну с ореха. Ой, нет, он разрезал одного орешка. Ты заплатишь за это, бревно неотесанное. Вы одолели нашего громилу, но он успел проредить вашу оборону. Так что вы уже на волоске от своего поражения. Заряжаю суператаку! Несите новое пианино! Это сломалось! По центру! Все бьем по центру! Там нет защиты! Ты в этом уверен? Лови очередь гороха в свою пустую головешку! А теперь еще и гигантский горох на хапку. Ой-ой-ой, мы же почти прорвались. Нельзя ослаблять натиск. Срочно зовите еще Гаргантюа. Ух, надеюсь, нам удастся выстрелить. Мы держимся из последних сил. Сейчас мы вас тут всех перебираем. А кого не задаем, того и закрываем. А
Огонь! 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 На этих бугаях нужно подвесить каракульки! Ну, один готов! Остался последний! Это просто умирать! Последняя суператака! Автовариста, Бэби! Ура! Мы выстояли! Это был очень трудный день! Ребята, ставьте лайк, а мы отдыхать! Пока!